Продолжаем программу. Коллектив аглофабрики номер 2 горно-обогатительного производства ММК стал лучшим в области охраны труда и промышленной безопасности. По итогам 2021 года работники участка показали максимально хорошие результаты, за что стали победителями в конкурсе промышленной безопасности и были награждены переходящим кубком и денежным сертификатом. На церемонии вручения присутствовала наша съемочная группа. Работники аглофабрики номер 2 собрались по приятному поводу. Их участок стал лучшим в области охраны труда и промышленной безопасности. В течение года специальная комиссия смотрела, как соблюдаются требования на промплощадках. Из 21 участка горно-обогатительного производства, которые участвовали в конкурсе, коллектив аглофабрики номер 2 показал максимально хорошие результаты. Им по праву достается переходящий кубок. Он занимает достойное место. Ну и сподвигает вас к еще большим улучшениям. Сама идея проведения конкурса направлена на общее улучшение работы на участке. И вот это общее улучшение работы, оно складывается из различного рода критериев. Это как динамика снижения нарушений, это отсутствие несчастных случаев, отсутствие пожаров, это результаты проверки знаний работников, это и реализация мероприятий. Руководители ММК отмечают, что на участке относительно 2020 года в 2021 на 50% снизилось количество нарушений, что практически все работники аглофабрики номер 2 проходят проверку знаний с первого раза. Я как начальник цеха испытываю гордость, что тот участок, который работает в аглоцехе, один из участков, занял первое место среди такого большого количества цехов. Есть понимание того, что мы действительно улучшили за 2021 год и в рамках комплексного показателя безопасности труда, и в рамках снижения количества тех замечаний, которые были у нас по отношению к предыдущему периоду. Будем транспортировать данную динамику на следующие участки, наводить порядок, поддерживать его и повышать культуру производства. За первое место в конкурсе победителям вручили переходящий кубок, диплом и денежный сертификат. Им работники могут распорядиться на свое усмотрение. Также отметили лучшего наставника аглофабрики номер 2. Им стал старший агломератчик Евгений Янютин. Грамотный специалист, который передает молодежи свои навыки и знания. Очень приятно получить первое место. Ну, конечно, работали над этим вопросом и бригады все. В основном, конечно, спасибо большое коллективу, который немножко имеет понимание, где нужно сделать, что нужно сделать. Ну, поэтому, наверное, заняли первое место. В завершении встречи работников поздравили с предстоящим событием. 1 февраля Магнитогорскому металлургическому комбинату исполняется 90 лет. Благодаря вам он существует. Он работает, он улучшается. Вам здоровье, это сейчас очень-очень необходимо. Успехов в труде, успехов дома, во всех ваших начинаниях. Ну и благополучия. Поздравляю вас. Ольга Аникина, Александр Макаров, телекомпания ТВЮ.